Not enough. Приветствую вас. Что делать? Что делать? Ты уже больше не ученик. Изучай обстановку, думай своей головой. Я тебе не нянька. Любая цель достижима. Дороги, живо! Где носит дюшино? Не видишь удобного случая? Создай. Ты проверил собор? Да, месье. Скажи себе, я жду внутри. Возможность найдется. Только не зевай. Эй! А ну отдайте мои ключи! Воры! А если не получится, почему не пожертвовать собой ради цели, своей жизнью? Дальтаира? В Леванте так и делали. Открытый удар кинжалом, а потом быть зарубленным, да? Зато как драматично. Это не мой путь. Как сочтешь нужным, ассасин. Музей, а на то,
Ты проверил собор? Да, месье Дюшино. Вход только один. Со стражей вопрос уладен. Ясно. После смерти Арпинона я не хочу рисковать. Вернется месье Сильвер. Скажу, что я говорю со священником. Потом подойду. Святой отец, у меня есть дела. Следите за исповеданиями. Хозяин не станет говорить о деле при лишних ушах. Да, месье. Боже, еще один в мою смену. Да еще и совсем свежий.
Политосы. Ага, посидел как баклажан. Я думал, он мокнет от злости. Ну, раз уж я... Да здравствует разум и свобода! Да, да! Да здравствует! Bonjour à vous, monsieur. Давать анафеме любую ересь, которая может восстать против святой католической веры. Веруешь ли в истинное воскресение в плоти своей и жизнь вечную? Веруем также, что Всевышний Отец наш даровал нам Ветхий и Новый Завет, закон Божий, книги пророков и апостолов. Да будет крепнуть во славу Господа вера твоя. Да обретет благодать истинную, брат во Христе. Черт, что там? Ушел, нет? Вот и я. Странно. Thank you.
Сержант, il pourrait vous aider. Спасибо. Храни тебя Бог. À quoi peut bien rimer une telle posture ? Thank you.
Райни! Остановишься! Обещаю убить быстро! Сейчас ты меня получишь, предатель! Смотрите, кто в сети попался! Предатель! Куда, покойник? Куда ты? Ну уж нет, убегайся! Твой папаша жирный слизняк! Ха! Вот и ты! Уйди, бродяга! Ты как черепаха! Ну, чувствуй, пока! Ну что ж, что-то случилось. Спасибо. Храни тебя Бог. Thank you.
здесь, что ли? Не скроешься? Он что, куда-то свернул? Надо быстрее. Он в спешке сбежал. Как далеко отсюда он может быть? Просто растворился в воздухе. Он же не растворился в воздухе.
vous espériez passer inaperçu, c'est raté. Si vous cherchez à faire une farce, bonne chance. Bien, quelle étrange posture. Thank you.
сказал. Состарить. Довольно. Его тут нет. Где он там застрял? Времени нет. Я не хочу тут застрять. Погоди-ка, послышалось? Я не хочу тут состариться. Ну вот что, был прямо сюда. И где же? Что-то тут не так. Черт! Да я в шаге от него был. Где этот Цушино? Где этот Цушино? Я не хочу тут сам. Не может быть. Я ж на хвосте был. Thank you.
наглец. Да где он там застрял? Да где он там застрял? Я не хочу тут состариться. Времени нет. Времени нет. Теперь все улажено. До него наконец дошло. И сколько? 30%. Хорошо. Что ж, победа близка. Богачи, конечно, лакомый кусок, но церковь обирала народ еще дольше. Если влезем в их сундуки, великий магистр оценит наши старания. Как скажете, месье. Так, мне пора, время не ждет. Теперь дело только за нашим божественным другом. Стой тут. Никого не пускай. Все верно. Месье Ладуш, я пришел к королю нищих. За мной. Как грызутся крысы? Вот глупец. Придушить бы его. Ну, зачем меня было тревожить? Я был у дочери на... Что с вами? Слишком много шампанского? Себе! Уходи!
Yeah.